Я прочитала произведение «Шишкин корень», которое написала Алиса Стрельцова. В этой повести рассказывается про мальчика, который неожиданно попал в старый Нижний Новгород 1896 года. В этой книге так все подробно описывалось, как будто я смотрела какой-то познавающий, развлекательный фильм и сравнивала поменявшийся за 3 века Нижний Новгород. Мне понравилась эта книга. Правда, удивляла, почему главный герой не задумывался о том, что если он поменяет какое-то событие в прошлом, то поменяется и будущее. Думаю, что читать «Шишкин корень» понравится детям с 9 до 14 лет. Советую прочитать.